Для тех женщин, кто уже узнал штрих бренда Лавиры и Ирины Кулаковой, приветствуйте! Сегодня мы с вами просто окунаемся в цветочный рай. Ирина Кулакова всегда удивляет нас многообразием и яркими красками. Встречайте, дорогие друзья, платье, которое мы так давно с вами ждали. Платье, которое украсит вас и без украшений. Ведь многие женщины выбирают сегодня именно флористический принт. Первый цвет молочный. Второй цвет у нас темно-синий, он украшен богатыми цветами. Третий цвет у нас красный, очень красивый. Я выбираю сегодня бирюзу. Мы можем с вами сейчас уже посмотреть на подиум, потому что там собрались наши нимфы-красавицы-модели. Итак, дорогие друзья, невероятно комфортное платье, которое просто заставит вас забыть, что на вас надето. Вы мечтали о таком наряде, который не сковывает движение, правда? Да, это платье Лоренс. Вы мечтали о ярком платье? Это платье Лоренс. Вы мечтали о платье на каждый день? И не только это платье Лоренс. Вы мечтали о платье, которое будет сочетаться с любым вашим кардиганом, с вашим пиджаком, жилетом? Это платье Лоренс. Поэтому я уже достаточно перечислила плюсов для того, чтобы у нас с вами не осталось сомнения. Мне необходим этот наряд. Вы знаете, сегодня, когда многие женщины постоянно куда-то бегут, мы так с вами заняты, мы хотим платье, которое просто надел и пошел, которое не требует какого-то усиления и заботы по уходу, платье, которое не мнется, платье, которое стройнит, платье, в котором просто хорошо. Давайте посмотрим на размерный ряд и выберем свой размер. Платье Лоренс представлено в размерной линейке до 60-го. А сейчас давайте посмотрим на свои формы. Если у вас стандартный тип фигуры, я советую выбирать вам это платье размер в размер. Если у вас есть секреты, выбирайте на размер больше. Модель Елена. Лена выбрала для себя сапфировый темный цвет платья, но цветы, которые находятся у лица, кораллового, нежно-зеленого цвета, очень освежают нашу модницу. Лена, тебе очень красив этот цвет. Мне нравится благородство этого оттенка, его глубина. Поэтому в таком наряде, Леночка, можно даже на день рождения пойти. Вы посмотрите на эту женщину. Какая фигура в этом платье! Какая посадка у этого платья на эту фигуру! И все это благодаря трикотажно-вискозному полотну. Друзья мои, давайте поторопимся и выберем свой размер. Таня. Таня носит сдвоенный размер. Вверх у Танечки 50, бедра 52. Если у вас сдвоенный тип фигуры, я советую вам все-таки выбрать в сторону большего. Таня так и сделала. 52 размер. Я смотрю на девчонок и, если честно, поражена. Ведь между ними разница в размер 2. Но как они выглядят? Словно все постройнели. Вы там не надели корректирующее белье случайно? Посмотрите на Олю. Оля, 54 размер превратилась в 50-й. Вот какую роль играет все-таки цветы. А ведь Оля надела светлый оттенок платья. Мы ломаем стереотипы по поводу того, что светлый нас полнит. Если на этом светлом расположены правильно цветы и цветочный принт, этот оттенок наоборот будет стройнить нас и подтягивать нашу фигуру, убирая все излишки под цветочным садом. Ну а сейчас я готова вам показать уже эту удивительную ткань. Давайте посмотрим сейчас на невероятную красоту. Обратите внимание, как здесь все прокрашено. Фотопринт, который использует бренд Лавира. Ткани привозятся из Арабских Эмиратов. Посмотрите, здесь мы видим с вами очень четкие яркие краски. То, что находится внутри, приятно вас удивит. Вы видите, эта ткань мерцает. Это еще раз доказывает, что внутри у нас с вами шелковистая текстура вискозы. Я ее чувствую, если честно. Надев это платье на себя, я невероятно испытала комфорт. Друзья мои, если это платье к вам придет, я хочу сказать, вот просто сюда немножко налейте воды. И вы увидите, как ткань собралась. Это доказательство того, что это вискоза. Вискозные ткани сегодня 1 метр стоит 1800 рублей и 2. Там, где много шелковистого волокна, эта ткань стоит еще дороже. Ну и давайте посмотрим на рукава. Это очень важно. Когда женщины выбирают для себя наряд, они очень ценят комфорт. Им хочется в этом платье наслаждаться своей красотой. Платье, которое вы легко надеваете, точно так же легко снимаете, оно не требует никакого ухода. Платье, которое позволит вам чувствовать себя свежо.
Здесь цельнокройные рукава. Я попрошу нашего режиссера показать зону проймы. Вот она. Давайте немножко здесь застынем. Цельнокройный рукав, стиль кимоно. Это мечта. Это мечта женщин с любыми формами. Потому что, надевая такое платье, вам ничего не пережимает в подмышечной зоне. Ирина Кулакова предлагает сегодня оригинальное решение весны, лета, осени и зимы. 4 сезона мы не снимаем с вами платье Лоренс. Вискозное трикотажное полотно подарит вам самые приятные ощущения. И еще, яркие краски со временем никуда не исчезнут, потому что это платье мы можем с вами легко стирать дома, в домашних условиях. Итак, давайте зададим себе вопрос. Если в моем гардеробе наряд на все случаи жизни, та вещь, которая меня всегда будет спасать. Я думаю, что за таким платьем просто женщины охотятся. Это тот наряд, который, во-первых, позволит нам чувствовать себя постройневшими, уверенно. Это тот наряд, который не требует дополнительных украшений. Даже если у вас возникает вопрос, как можно дополнить этот наряд, я задаю вопрос, а надо ли? Столько цветов, такая богатая палитра. Если в вашем гардеробе уже есть такое красивое платье, наденьте сейчас его. Вам в нем уютно? Сковывает ваше движение? Тогда это нелюбимое платье. Наше платье, надев один раз, вы не захотите с ним расставаться. Давайте еще раз посмотрим на расцветки, покажем наших моделей. Выбираем размер в размер. Темно-синий цвет сейчас на нашей модели Лене. Посмотрите на длину изделия. Благородная длина, подходит и взрослым, и молодым девушкам. Таня выбрала красный цвет, белоснежно-синие цветы. Мне очень нравится, какой яркой он делает Таню. Таня и так ярко выглядит. Это еще платье ее больше украшает. Очень красивый малиновый цвет. Оля. Оля носит 54-й, выбирает молочный цвет. Я выбираю сегодня для себя бирюзу. Дорогие женщины, если в вашем гардеробе есть цветные пиджаки, я имею в виду однотонные, но ярких расцветок, если в вашем гардеробе висит без дела кардиган, например, голубого цвета, вы уже нашли для него наряд. Если вы выбираете коралловый кардиган, зеленый, у нас, кстати, в рубрике «Мода» очень часто мы говорили об этом, выбирайте цветное платье, украшайте себя. Это платье мы можем носить с вами с ботильонами, с сапогами, с босоножками, с балетками, с лодочками. Посмотрите, какая богатая, сколько у нас с вами много вариантов. Бирюзовый цвет мой, синий, красный и сливочный цвет, который вы видели на нашей Ольге. Невероятно комфортная ткань обнимает вашу фигуру. Сейчас у нас с вами последний шанс заказать для себя платье Лоренс. На следующей неделе, к сожалению, из-за того, что я уезжаю, у нас не будет с вами встречи, но сегодня мы с вами купим все по полной программе. Платье Лоренс. Платье на все случаи жизни для вас.